неожиданное потепление породило мысль, а не вернуться ли нам в лес. Ну, а точнее, в лесу, конечно, ничего нету. Вот у нас были морозы, ночные морозы доходили до минус 8-9 градусов. Все засыпало снегом. Ну вот, произошло потепление. Вот, и взятый вовремя отгул и приехавший в гости братишка, и мы пошли, ну, не совсем в лес, а пошли на болото. Вот, единственное, где можно сейчас что-то хоть полезное набрать, это на болоте. Естественно, это ягода. Естественно, это клюква. Ну, в лесу тут разве только что, если повезет, лисичку найдем, только лишь. Вот. Ну, или чагу, который, в принципе, много-то ее и не нужно. Вот, кстати, чага растет. Вот я хотел сказать, что вот такую чагу рвать не надо. Вот она. Вот. А почему не надо рвать? А потому что она растет на мертвом дереве. Видите? Дерево уже мертвое. Вот. Березы не выделяют полезных веществ. Чага их не впитывает. Поэтому такую чагу можно заваривать, конечно, но это будет бесполезно. То есть никакой пользы от нее не будет. Вот. А вот здесь у нас, смотрю, да, вот здесь у нас уже немножко нарост чаги есть. Вон внизу дерево у нас живое. Значит, ее можно рвать, но нам она не нужна. Так, идем на болото. А вот и лисички. Перезимовавшие, точнее, не перезимовали, а пролежали они под снегом. Вот они. Да лисички, лисички. Ну, а что же, не они, что ли? Лисички, лисички. Во. О, да. Ну чего, берем на съедение. Берем. На съедение. Лисички. 8 ноября. И, кстати, интересный момент. Смотри. Это кто? Лосиная вша. Проснулась. Ох, елки-палки. Вот они. Как они достают нас, этот самый. А сейчас вот... Одновременно с лисичкой нашли, да, лосиную вшу, ноябрьскую. Да. Вот и лисички. Вот они настоящие. Ну, это из-под листиков закрылись. Угу. Вообще лисички-то легко переносят снег. Вот. Показывает, что и мухомор тоже, оказывается, под снегом. Вряд ли он в ноябре вырос. А кстати, фиг его знает. Может быть, и после снега вырос. Что, рвать не будем? Нет, не будем. Еще лисички. Я же говорю, они зимуют очень хорошо. Точнее, переносят снег, который потом растает. Вот они. Ну-ка. Ну не рви, подожди. Да, ну ладно. Ну и даже и ведь не видно, что они какие-то мороженые. Нет, нормальные. Нормально. Абсолютно нормальные лисички. Выросли. Вот так вот. Самый грибной сезон начинается. Ну-ка. Ага. А рядом с тобой еще растет. Рядом со мной? Вон, да, вон под листвой. Угу. Вон там желтеет. Ага. Ну-ка. Вот еще, да. Точно. Ух ты. Это лисичище. Вот так вот. Да мы тут сейчас накопаем на жереху. Угу. Помню, вот под этой елочкой, прямо вот под елочкой, нашел такой классный подосиновик. О. Это было что-то. 27 сентября было. Как сейчас помню. Кое-где проглядывает брусничка.
Она еще долго будет висеть. Может висеть, провисеть до самой весны. И весной можно порвать ее. Но в основном она, конечно, быстренько очень опадает. Не как клюква. Зимовать под снегом она не любит. Вот еще решили заснять. Вот мы их называем сухарочки. Млечник. Вот он. И причем стоит очень хороший. Даже с виду-то и не мороженый. Тоже очень легко переносит все эти заморозки. Все. А он и не мороженый. И не мороженый. Нет, смотри. Фу. Вообще отличный. Ну, наверное, может, вырос этот самый после стаяния, как снег сошел. Вот тебе и 8 градусов мороза. Да. Ну что, ну оставляем. Вот интересно, речка течет. Ручей. Сколько там пены собралось. А вот и болото. Да. Километров 15 во все стороны. Сплошная болотина. Вот потихонечку начали собирать. Пока среди сосенок собираем. Вот ягодка попадается. Вот по весне сюда же придем. Вот, но клюква также растет у нас и по открытым местам. Вот только-только начали собирать. Мест много, очень пройденных, обтоптанных, собранных, но попадаются иногда и участочки хорошие с клюквой. Вот, смотрите, видите, он сколько там лежит. Вот. Это я уже тут начал собирать. Ведерочко небольшое, трехлитровое, но начало есть, литр, наверное, уже собрал. Вот. А вот, посмотрите, видите? Но это участок не обобранный. Вот здесь хорошо сохранилась клюковка. Вот она уже выглядит как вешенка. И вся мягкая, потому что уже побывала под снегом. Снег сошел, и вот мы ее сейчас собираем. Вон Вовка вовсю тут орудует. У нее тут тоже на кочечках попадается. Ну вот он любитель вот таким гребешком собирать. Ну вот каждый раз на выходе, как только начинаем выходить, клюквы становится все больше и больше. А надо уже выходить. Сейчас темнеет очень рано. И в 5 часов уже будут сумерки. А нам еще идти до выхода. Ну, наверное, часа полтора. Но как раз в сумерки мы и будем выходить. Ну вот что ты будешь делать, а? И она все крупнее и крупнее. А все потому, что нам нужно уже выходить. Ха-ха. Вовка там нашел подберезовик. Моченый. Снимает его. Ну, конечно, видок у подберезовика вообще как мочалка.